Больше 30 молочно-товарных ферм построили в Североказахстанской области за последние несколько лет. Одна из них находится в селе Антоновка. Там разводят элитных коров и планируют производить до 2000 тонн молока в год. Подробности у Нургуль Ахметовой. В селе Антоновка построили молочно-товарную ферму. Из Дании сюда завезли 238 коров галштинской породы. У местных жителей появилась возможность устроиться на работу и получать стабильный доход. Круглый год работа. Там не надо, допустим, на посевную ушел, отработал зиму, дома сидеть, а тут же как круглый год работаешь. Строительство молочно-товарной фермы обошлось в 970 миллионов тенге. Часть средств предприниматель получил в виде льготного кредита от СПК «Солтустык». С работой животноводческого комплекса ознакомился аким области Айдарбек Сапаров. Сейчас мы уже получаем приплод. Молоко сдаем на крупный завод Петропавловска. За полмесяца произвели 35 тонн. Средний удой от одной коровы за сутки 23 литра. За последние несколько лет в регионе построили свыше 30 молочно-товарных ферм. Еще 8 планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Активному развитию животноводства способствуют меры государственной поддержки. В прошлом году было выделено порядка 20 миллиардов тенге, в 2021 году 15 миллиардов тенге. В текущем году тоже выделяется чисто на строительство молочно-товарных ферм порядка 17 миллиардов тенге. Североказахстанская область занимает одно из лидирующих мест в стране по строительству товарных ферм. В этом году в регионе планируют произвести 670 тысяч тонн молока. Нургуль Ахметова, Куаныш Казбеков, Хабар-24, Североказахстанская область.